два дня было отдыха, а дальше работаем в том же режиме, в котором мы весь сезон работаем. Поэтому пока еще рано, три игры есть. Да, уже шансов нет на плей-офф, но остались три домашние игры, будем играть только на победу каждую игру. Поэтому пока все в штатном режиме идет работа. Ну, хотя бы сегодня душой отдохнуть получилось? Ну, в принципе, когда с дочкой на каток прихожу, да, всегда здесь, да, отдыхаешь душой всегда, когда на лед выходишь. Сегодня в мастер-шоу соревновались команды «Алмазы» и «Северстали». Молодость против опыта. Кто в итоге победил? Опыт. Опыт. Пока опыт. Это справедливо? Ну да, если так произошло, значит, да. Как часто удается с дочкой, с семьей выбираться, вот на просто покататься на коньках? Ну, когда мы дома и есть время, то ну, стараемся регулярно. Кому больше нравится, тебе или дочке? Я думаю, дочке. Нет, мне так, а ей больше всего. Как вам сегодняшнее катание? Очень понравилось. В январе было достаточно. Побольше бы таких мероприятий организовывали. Все-таки для болельщиков. Они любят свою команду, приходят, поддерживают. Что больше всего у вас сегодня зацепило, удивило? Ну вот, во-первых, то, что хоккеисты сами присутствуют. С ними можно свободно пообщаться, попросить автограф. То есть сделать фотографии, например. Они показывают какие-то шоу, мастер-классы бывают. Катание было хорошее. Благодарен нашему клубу. Показали мастер-класс, как пробивать булиты. Сегодня еще был матч, понравился. Попробовал пробить булит, не получилось, не забил, но не расстроился. Катание мне очень сегодня понравилось. Попробовал забить несколько булитов, несколько забил, несколько не пробил. Но в целом мне понравилось все массовое катание, я бы с радостью еще раз бы сходил.